Дым повалил из окна на верхнем этаже здания. Врачей и пациентов, всего 80 человек, эвакуировали из здания. Поликлинику обесточили. Жертв и пострадавших нет. На месте работали несколько бригад пожарных, 28 человек и 11 единиц техники. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. К слову, железнодорожная поликлиника горит уже не в первый раз. Последнее возгорание случилось в прошлом году, 18 июля. Тогда загорелась кровля.